кто такой Человек-паук? Да преступник, вот кто он такой. Линчеватель, угроза и опасность. Как он попал в мою газету? Он же герой. Тогда почему он в маске? Мистер Джеймисон, ситуация такая. Мы просчитались с 6-й страницей. Мы отдали и Мэйси, и Конвею по 3/4 страницы. Мы продали 4 тиража. Продали? И полностью продали. Человека-паука на первую полосу из приличной фотографии. Переместите Конвея на 7-ю. 7-й проблема. На 8-ю. Избавьте цену на 10%. А, нет, на 5%. Это невозможно. Пошел вон! Поместите объявление. Платим за фотографию Человека-паука. Он не желает славы? Ну так я его обесславлю. Снимки дерьмо. Дерьмо? Дерьмо. Полное дерьмо. 200 баксов за все. Это слишком мало. Продай кому-то другому. Сядь! Дай сюда. Заплачу 300. Этот снимок на первую полосу. А заголовок? Человек-паук. Герой или подлец? Эксклюзив от Daily Bugle. Подлец? Он помешал ограблению бронемашины. Твое дело снимки, а заголовки мое, ясно? Или ты возражаешь? Нет, сэр. Чудно. Зеленый гоблин, правда здорово? Мистер Джеймисон. Это я придумал. Любому пугалу нужное имя. Мистер Джеймисон, Человек-паук. Хоффман! Да? Зарегистрируй авторские права на имя Зеленый гоблин, чтобы я получал деньги. А может, Зеленый хмырь? Это клевета. Человек-паук не нападал на город, а защищал его. А вот и нет. Клевета бывает устная, а когда в печати, это дефамация. Вы что, совсем никому не доверяете? Своему парикмахеру. А ты что, адвокат? Уходи. Паркер, привет. Ты уволен. Почему? Собаки бегают за фрисби. Чайки у моря. Забери свои слащавые снимки, пока у меня не начался диабет. Босс, ваша жена. Потеряла чековую книжку. Спасибо, порадовали. Мистер Джеймисон, возьмите что-нибудь из моих снимков. Мне очень нужны деньги. О. Мисс Брандт. Да? Я сейчас заплачу. 5 минут осталось. Ладно, мистер Джеймисон. Ужасно. Робби, на первую страницу. Мерзавец в маске терроризирует город. Я же вам говорил, он не мерзавец. А я говорил тебе. Ладно, хорошо. Я дам 150. 300. Это грабеж. Идет. Отдай это барышне. Спасибо, пока. Сумасшедший ученый превратился в какого-то монстра. К его телу припаяны 4 механические руки. Хоффман! Да? А назовем его как? Доктор Осьминог. Что за дерьмо? Ученая каракатица. Дерьмо. Доктор Странный. Неплохо. Но такой уже есть. Вот-вот, я знаю. Доктор Осьминог. Мне нравится. Да уж, конечно. Доктор Осьминог. Новый злодей в городе. Док Спрут. Гениально. Что, прибавку хочешь? Пошел. А вы не дадите мне аванс? Ты серьезно? За что аванс? За присутствие? Паркер, ты что, оглох? Тебе не дозваться. Я плачу тебе не за то, чтобы ты пил шампанское. Сфотографируй мою жену с министром. Прелестный галстук. О, нет, сними нас с окружным прокурором. О, прелестное платье. О, ну-ка, сними господина мэра с подружкой. И супругой. Если вы пришли голову инопланетянина, то на этой неделе их уже было 2. Черт, где вы это взяли? На помойке. На помойке? Видно, он сдался. Он проиграл. Покончил с этим жалким маскарадом. Ха-ха-ха-ха. Я, наконец, его доконал. Триумф всесильной прессы. Я прогнал Человека-паука. Только он мог остановить Октавиуса. Да. Человек-паук был героем. А я этого не понимал. Он был... вор! Украл мой костюм! Ваш дружелюбный Человек-паук! Он угроза для всего города! Я хочу, чтобы этого членистоногого казнили! Повесили на его же паутине! Подать мне Человека-паука!